Снова Мюнхен. Столько всего интересного. Вот вроде бы казалось средневековый памятник, стоящий посередине такой аллеи на площади, а внизу море фотографий Майкла Джексона. Фотографии, свечи, цветы, сердца, плакаты. Все, все, все посвящено Майклу Джексону. Живые цветы, шикарные пионы, фотографии с концерта, фотографии из жизни, фотографии с детьми, с сестрами, книги, блокноты. Такой вот уголок Майкла Джексона посредине Мюнхена. Вокруг меня ездят трамваи, лошади. Крутые автомобили и маленькие автомобили. Вот такие вот велорикши. Город живет своей жизнью. Город, который предназначен для того, чтобы туристы приходили сюда. Вот он, уголок Европы. Город Мюнхен, Бавария. Аллея. Опять солнечная погода. Погода ветреная куда-то ушла. Окей, danke. Wann aber morgen Nachmittag erst, oder? Wann wir ausgeschlafen haben. Памятник Людвигу Первому, королю. Ну, извините, что показываю его с тыла. Это липовые деревья. Банки, магазины. Центр города.